Всем здравствуйте! Приветствую вас на своем канале Серебряная Лилия Уфа. Сегодня у меня будет сборная солянка. Украшения из разных коллекций. В самом начале видео напоминаю, что по всем интересующим вас вопросам вы можете позвонить либо написать на номер, который вы видите у себя на экране. Звоните, пишите в удобное для вас время. Я отвечаю в удобное для себя время. Можете написать в WhatsApp, в Viber, в Telegram-канале. В Telegram-канале мы выкладываем фотографии украшений с ценами. Ссылку на Telegram-канал оставляю в закрепленном комментарии под каждым видеообзором. Начнем. Вот такой вот очень такой стильный, лаконичный комплект. Прекрасно он выглядит, на мочках сидят прекрасно эти серьги. Такое стильное кольцо. 5,4 грамма весят серьги. Это синтетический александрит. Цена 4700 рублей. Кольцо 18,5 размер, 3100 рублей. Здесь очень хорошее занижение штифта и длина штифта больше, чем обычно. То есть в среднем всегда 6. Я сейчас замерю и скажу вам. Так, почти 8 миллиметров длина штифта. То есть на среднюю, на полную мочку идеально сядут эти серьги. Синтетический александрит. Все мы знаем, да, что у натурального александрита, тем более в серебре, конечно же, нет. Следующая модель тоже александрит и кубический цирконий. Здесь 6,7 грамм весят серьги, 3300 рублей, кольцо 18 размер, 1950 рублей. Такой изумительный комплект. Выглядит просто безупречно на мочке. Смотрится, конечно, очень богато. Штифт занижен. Очень хорошее здесь занижение штифта. Шикарный. Так, следующая модель. Здесь синтетический александрит в огранке. Такой, знаете, благородный такой комплект. Посмотрите, как красиво. Огранка играет. Серьги здесь весят 5,9 грамм, 5100 рублей. Кольцо 19 размер, 2900 рублей. Вот безупречный комплект. Настолько он выглядит лаконично. Ничего здесь лишнего нет. Обычно я не люблю вот такие вот дополнительные какие-то вставки, но вот здесь они смотрятся очень даже к месту. Штифт здесь не занижен. Прекрасный комплект. Следующая модель. Здесь тоже такой интересный комплект. Здесь вставки александрит неправильной такой формы, что придает дополнительную изысканность этому комплекту. Прекрасная модель. 5,4 грамма весят серьги, 4650 рублей. И кольцо 2880 рублей. Размеры есть 17,5 и 18,5. Занижение штифта хорошее, такое вот прям. Конечно, такой изысканный комплект. Так, следующая модель. Это у нас черненое серебро. Черненое серебро. Фианиты и кристаллы Сваровски. Посмотрите, какая милота. Эмаль, птички покрыты эмалью. И вот здесь такая небольшая дорожечка с фианитами. 14,4 грамма весят серьги, 7300 рублей.
Здесь вставка Сваровски цвета Рохтопаз. И прекрасное здесь занижение штифта. Так, вот так лучше покажу в просвете, чтобы визуально было видно, как это будет выглядеть на мочке. Очень эффектные серьги. И вот эти вот вставочки, они, видите, подвижны. И то есть при движении это все будет двигаться. Прекрасные серьги. Следующая модель — это у нас эмаль, черненое серебро, мятое серебро. Посмотрите, какая милота. Божьи коровки, листья. Очень даже интересный комплект. Необычный. 8,7 грамм весят серьги, 4500 рублей. Кольцо 18 размер, 3000 рублей. Штифт занижен буквально на пару миллиметров, но довольно-таки много места для мочки. Прекрасный комплект. Очень такой яркий. Следующая модель. Чертополох. Серьги. Только серьги. Тоже черненое серебро. 7 грамм весят серьги, 3550 рублей. Здесь очень хорошее занижение штифта. Идеально садятся серьги на мочку. В сегодняшнем видеообзоре у нас украшения идут по дополнительной скидке. Напоминаю, что мы готовимся к предстоящей ювелирной выставке. Едем искать красоту для нашего магазина. Посмотрите, какая прелесть. Это кристаллы Сваровски. Кристалл премиум Австрии. 4,8 грамм весят серьги, 3600 рублей. Кольцо 18,5 размер, 2250 рублей. Замочек здесь идет полупетля. Идеально садятся подобные серьги на любую мочку. И на тонкую, и на полную мочку прекрасно сядут. Данный кристалл называется премиум Австрия Мистик Розовый. Почему розовый, конечно, непонятно здесь. И голубого очень даже много, да? Ну, переливается розовым. Розово-голубой цвет. Шикарный. Яркий. Следующий комплект. Это тоже черненое серебро. Здесь у нас гранат. Прекрасное фактурное серебро. Вставка кабошоны, гранат. Посмотрите, какая милота. Очень такой стильный комплект. И легкие. Самое главное, легкие. 4,9 грамм весят серьги, 3500 рублей. А кольцо. Кольцо 19 размер, 2390 рублей. И кулон 1790 рублей. Это Литва из эксклюзивной коллекции. Следующая модель — это у нас горный хрусталь. Горный хрусталь — очень такой необычный комплект. Это черненое серебро, крупный такой добротный комплект. И обратите внимание, это горный хрусталь, и с обратной стороны получается вот оно серебро, да, и причем оно с эмалью. Там такие стрекозочки или бабочки. Нет, это бабочки. Очень оригинальный комплект. 16,2 грамма весят серьги, 6750 рублей. Зазеркалье называется данный комплект. Замочек идет полупетля. Прекрасно садятся эти серьги на мочку. И 18,5 размер колечко, 4290 рублей. Это горный хрусталь. Очень крепкое, очень добротное, толстое серебро в комплекте. Так, следующая модель — это у нас черненое серебро и эмаль. Вот такие вот у нас кактусы.
прям вот настоящие. Очень, конечно, выполнено. Настолько все детально проработано. Подобные украшения всегда вызывают умиление. 4900 рублей серьги. Весят они 12,2 грамма. И брошечка. Брошечка 5350 рублей. Брошь весит почти 11 грамм. Следующий комплект. Наши любимые барышни. Барышни на метле. Тоже из эксклюзивной коллекции. Очень оригинальный комплект. Всегда вызывает улыбку. Здесь штифт не занижен. 5,9 грамм весят серьги. 3500 рублей. И кольцо 2550 рублей. Размеры есть 18,5 и 19. Очень оригинально. Как-то Ренат пошутил. Подарок подружке, он сказал. Еще из этой серии тоже здесь у нас бабьёшка, но она уже с балалайкой. И это, наверное, водолей. Ой, кто это у нас? Леший. Еще здесь, смотрите, швенза как выполнена. Пенечек, и на пеньке сидит лягушка. А у бабьёшки домик. Ее домик на куриных лапках. Лесная тусовка называется. Очень, конечно, оригинальные серьги. Настолько это все необычно. Штифт здесь занижен на пару миллиметров. 10,2 грамма весят серьги. 4590 рублей. Так. Следующая модель. Это у нас серьги-качели. А на качелях сидят лягушата. Тоже настолько детально проработанные серьги. Такие серьги даже, вот знаете, хочется вот разглядывать, разглядывать. У меня тоже есть серьги, где попугайчики, там эмаль, кошачий глаз. Они тоже вот такие же, довольно-таки крупные. Их тоже постоянно все, кто видит, хотят разглядывать, спрашивают, интересуются. Но они действительно очень интересные. Подобные украшения, которые притягивают внимание даже от дурного сглаза, очень хорошая помощь, я считаю. Если носить такие вот именно яркие украшения, они всегда отвлекают дурной глаз. 16,4 грамма весят эти серьги. 6900 рублей. Штифт занижен на 2-3 миллиметра. Вот в просвете вот так они вот будут смотреться. То есть они покачиваться будут и действительно как качели. Причем они асимметричные. Видите, да? Разные лягушата по-разному сидят. У одного лягушонка лапки вместе сложены, у другого друг на дружке. Ну, растопырены пальцы. Или как это у них называется. Очень притягивающие внимание украшения. Следующая модель тоже черненое серебро. Эта модель, конечно, уже поспокойнее, чем предыдущие, но все-таки совушки. Очень благородные птицы. 11 грамм весят серьги. 3300 рублей. Занижение штифта на пару миллиметров. Прекрасная модель. Так, еще одна тоже веселая модель. Тоже из эксклюзивной коллекции. Такие вот пластины. Все предыдущие модели были в чернении. Данная модель — это радированное серебро. Тоже такие вот облегченные пластиночки. Здесь у нас солнышко, здесь дерево, под деревом ежик, здесь вот яблоко, и еще даже гусеница есть в яблочке.
тоже очень оригинальная модель, очень-очень интересно она выглядит. Вот, вот так вот это все будет на мочке висеть и подмигивать. Тоже такая вот красота. 4000 рублей, 6,7 грамм весит данная модель. Несмотря на свой объем, они достаточно облегченные. Так, следующая модель. Серьги, радированные серьги. Серьги-веер можно их назвать. Сидят очень оригинально они на мочке. Вот такая вот модель. Стильная, современная модель. Прекрасно они закрывают и мочку, и прокол. И сидят просто великолепно. Очень стильная модель. 3000 рублей, 5,7 грамм они весят. Так, комплект со шпинелью. А, нет, вру. Здесь фианиты. Да, здесь фианиты. Черные фианиты. Просто у нас подобная модель была с натуральной черной шпинелью. В данном случае здесь фианиты. Серьги. 5,3 грамма весят серьги. 4130 рублей. И кольцо 18 размер. 2760 рублей. Такая полностью идет россыпь фианитовая, черная, черные фианиты и глазки зелененькие фианиты. Очень оригинально сидят серьги на мочке. Прекрасный комплект. Здесь прекрасное занижение штифта. Полностью закроют прокол. Даже если она проблемная, провисшая, идеально сядет эта модель. Следующая модель, это у нас комплект с лизардитом. Очень люблю эту модель. Шикарно, стильно, очень достойно выглядит данный комплект. Серьги здесь у нас весят 9,8 грамм. Черненое серебро, фактурное серебро, 6990 рублей. Прекраснейшее занижение штифта. Сидят серьги великолепно на мочке. 17,5 размер колечко, 3670 рублей. И кулон. Кулон 5650 рублей, 11,5 грамм весят кулон. И посмотрите, какое крупное ушко. На гривну идеально подходит. Я как-то в обзоре из этой коллекции серьги показывала. У нас подобная модель была и с родонитом, и, по-моему, с лизардитом. Данный кулон шикарно садится и на гривну, и на толстую цепь, и на среднюю. Будет смотреться великолепно. Далее серьги с фианитами. Серьги с фианитами и, по-моему, кварц, если не ошибаюсь. Так, наверное, лучше вот так вот они будут выглядеть на мочке. Да, вот так вот они сядут прекрасно, да? Посмотрите, как играют фианиты. Здесь у нас, да, черный фианит и фианит желтый. Данная модель сережечек весит 3,6 грамм, 2990 рублей. Прекрасное занижение штифта. Они очень красиво сядут на мочке. Посмотрите, вот, допустим, вот так вот в застегнутом состоянии. Они как бы вот так вот вдоль мочки. Прекрасная модель. Так, следующая модель тоже современный стильный дизайн. Вставка здесь цирконы. Такой вот прям офисный стиль будет смотреться, конечно, шикарно. 2850 рублей, 5,2 грамма весят серьги. Занижение штифта буквально 1, максимум 2 миллиметра. Так, ага, я еще из веселой коллекции пропустила вот этих дамочек. Лягушат наших.
Тоже очень даже веселенькие сережечки. 7,7 грамма они весят 3350 рублей. Занижения штифта здесь нет. Очень интересная модель. Черненое серебро. Отдельно колечко. Черненое серебро и эмаль. Тоже такой лаконичный дизайн. Фактурное серебро. Смотрится очень оригинально. Колечко 17 размер 2500 рублей. Прекрасная модель. Так, серьги. Радированные серьги в данном случае. Тоже такие вот объемненькие, но легкие. 3 грамма они весят 1750 рублей. Прекрасное занижение штифта. Такие стильные сережечки. Еще одна модель сережечек, тоже радированная, тоже лаконичный такой дизайн, хорошенькие, на каждый день прекрасный вариант. 2,6 грамма они весят 1200 рублей. Здесь прекрасное занижение штифта. Вот эта вот часть подвесная, она, видите, да, подвижная, будет вот так вот двигаться. Для тех, кто любит не крупное, аккуратное, но в то же время, видите, да, вот эта подвижная часть создает такой вот и объем, и подвижность. Так, следующая модель. Черненое серебро. Вот такие серьги, сердечки ажурные. Очень такая красивая, нежная модель. Серьги здесь без замочка. Серьги без замочка. 1,8 грамма они весят 1300 рублей. В любом случае, если боитесь потерять, можно носить силиконовой заглушкой. Так, вот такая вот брошечка с синтетическим рубином. Калибри маленькая. Синтетический рубин и позолоченное серебро. Глазки фианитики. 1300 рублей эта брошечка. И такая же, только уже радированная. И здесь натуральный зеленый агат. Натуральный зеленый агат. 1990 рублей данная брошечка. Так, следующая модель. Я когда вижу эту модель, мне так хочется смеяться. Вспоминаю, поставщик мне, значит, звонит и говорит, у нас, говорит, пришла коллекция, очень красивые модели с птицами есть. Я говорю, какие птицы? Калибри мне отвечают. Я говорю, хорошо, покажи мне, пожалуйста, калибри. Очень мне интересно калибри посмотреть. И вот мне показывают вот этих птичек. Ну, может быть, конечно, калибри, но вот голова почему-то мне напоминает, помните мультик Простоквашино? Кто там? Кто там? Вот этот вот галчонок, да? Вот он, мне кажется, это он. Не знаю. Но на калибри, конечно, не похоже. Мне кажется, этот галчонок. 3870 рублей подвеска с перламутром. Так. Вот такой вот кулон. Это у нас адуляр. Это из эксклюзивной коллекции кулон. Очень такой интересный, необычный дизайн этого кулона. Адуляр прекрасный, с прекрасной реализацией. Это черненое серебро. Крупное здесь ушко, посмотрите, на среднюю, на толстую цепь можно повесить данный кулон. Почти 11 грамм весит данный кулон, 5000 рублей, адуляр. Так, брошь, черненое серебро, шикарная брошечка. Обожаю такие украшения, которые проработаны, именно детально проработаны. Вот это вот фактурное серебро. Такая вот прям кропотливая, действительно ювелирная работа. Почти 11 грамм весит данная брошь. 4230 рублей. И обычный замочек. Обычный замочек — это как раз вот самое то. Кстати, эту брошь можно носить и как подвеску. Вот так вот продеть. Можно вот в два этих кольца продеть цепочку и носить. Будет очень даже хороший амулетик. Открытые ножницы считаются защитой от нехороших, наверное,
я не знаю, от нехороших людей. Нехорошие глаза бывают, сглаз бывает, даже ненамеренный бывает сглаз, да, мы все знаем об этом. Кольцо горный хрусталь без сережечек. Горный хрусталь ручной огранки. Шикарная модель, 18 размер, 3700 рублей. Можно так носить. Такой перстень снежной королевы. Так, следующая брошечка — это Дед Мазай со своими зайчиками. Тоже красивая работа, детально проработанная. Настолько все вот прям вот даже глазки, вот все можно разглядеть. И нос, и даже борода у Деда Мазая. Красиво. 9,8 грамм весит данная брошечка, 4700 рублей. Черненое серебро. Так, следующая модель. Тоже брошечка. Два котика сидят под зонтом. Городские коты, по-моему, называются. Да? City Cats. Городские коты. Прекрасная брошечка. 3150 рублей данная брошь. Так, следующий комплект. С брошечками разобрались, по-моему. Да. Следующий — это у меня позолоченный комплект. Позолоченный комплект. Здесь вставка цитрин, вернее кварц цитриновый и кубический цирконий. Позолоченное серебро. Серьги весят 2 грамма, 2,1 грамм, 1700 рублей. Прекрасное занижение штифта. Кольцо 1200 рублей, размеры 17,5 и 18,5. Прекрасный, яркий, такой эффектный комплектик. Так, здесь следующий комплект — позолоченное серебро и цитрин. Вот такие вот комплектики. Занижение штифта, длинные серьги. Хороший, нежный, очень аккуратный, такой изысканный комплект. 2,9 грамм весят серьги, 2100 рублей. Кольцо 1050 рублей, размеры есть 17,5, 20 и, по-моему, 18,5 еще есть в магазине. Прекрасное занижение штифта. Очень нежно и изящно. Вот ничего лишнего нет. Весь акцент на сам цитрин. И колечко тоже. Такая шиночка прекрасная. Очень аккуратный комплект. Очень выглядит аккуратно и нежно. Так, вот такой вот прекрасный кулон. Ручная работа. Это агат. Агат пейзаж. Шикарный кулон. Узлами. Подобные узлы, вот насколько я знаю, называют узел счастья, узел успеха. Посмотрите, какая необычная, интересная ушко в кулоне. Тоже по-разному можно надеть цепочку либо шнурочек. 8200 рублей цена данного кулона. 17 грамм весит кулон. Следующий кулон тоже из эксклюзивной коллекции. Предыдущий кулон — это ручная работа. Этот кулон тоже из эксклюзивной коллекции. Здесь матовое серебро, коралл. Крупный кулон. Весит 16,4 грамма, цена 8500 рублей. Внутри это коралл. Очень необычное серебро. Идет здесь матовое и такое фактурное серебро. Далее серьги с марказитами. Серьги с марказитами. Вот такие вот черепашки. Черепашки, и у них подвижные лапы, подвижная голова и подвижный хвостик. Тоже такие эффектные сережечки. 4100 рублей. Весят они 9 грамм. Прекрасное занижение штифта. И сидят они, конечно, на мочке безупречно. Красивая модель.
Так, колечко с марказитами и с лабрадором. Посмотрите, какая реализация. Очень красивое кольцо. 4500 рублей, 18,5 размер. Очень ярко, эффектно, шинка хорошая, крепенькая. Прям такой вот нежный, очень красивый дизайн. Так, кольцо с перламутром адуляр и марказитами. Тоже такое стильное лаконичное колечко. 19 размер, 3150 рублей. И еще один комплектик у меня на сегодня. Это комплект змейки, черненое серебро и нефрит. Тоже очень такой интересный, очень такой изысканный комплект, привлекающий внимание. 10 грамм весят серьги, 7000 рублей. И кольцо, 19 размер, 3950 рублей. Прекрасное занижение штифта, очень много места для мочки. На завышенный прокол идеально сядет данная модель. Оригинальный комплект и прекрасное фактурное серебро. На сегодня все. Я очень надеюсь, что вам понравились наши украшения. Будем рады вас видеть у себя в магазине и на страничке в соцсетях. Всего вам... Ой, подождите. Я ведь вас всех не поздравила с праздником. Сегодня 9 мая. Поздравляю вас с этим великим, великим праздником. Желаю всем нам мира и добра. Пусть у нас будет все хорошо, пусть все у нас у всех наладится, и чтобы наши дети не знали, что такое война, а видели только в книжках по истории. Всего вам доброго. Спасибо за внимание.